Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24 FE. И сейчас я покажу вам, что интересного есть в камере данного устройства. Открываем камеру. Здесь мы видим, у нас несколько режимов. Это портрет, фотография, видеозапись, еще. И здесь еще у нас есть профессиональное видео. Ночь, еда, панорама и так далее. Дальше мы переходим в настройки. Здесь мы можем из интересных функций, это сканирование документов и текста, включить, также QR-коды. Также можем включить рекомендации по снимкам. И можем перейти в интеллектуальную оптимизацию и здесь выбрать либо максимальное, либо среднее. То есть у нас будет уменьшаться время съемки за счет ухудшения оптимизации. Либо минимальное, снимать на максимальной скорости без оптимизации снятых фото. И на максимальной мы также можем включить оптимизацию кадра. Далее мы можем здесь настроить кнопку затвора. Либо создаем серийную съемку, либо GIF-анимацию. Также можем перейти в расширенные параметры изображения, можем же здесь сжать фото, либо делать копии в формате RAW. Дальше включаем селфи как в предпросмотре здесь и можем настроить частоту кадров для видео и включить стабилизацию видео. Вот, и также следящий фокус. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.